В Европе авиакомпании нескольких государств ЕС устроили двухдневную забастовку. Причинами недовольства профсоюзов стали планы Еврокомиссии по созданию единого авиапространства над Европой и сокращению рабочих мест в наземных авиаслужбах с целью экономии средств. В протесте участвуют авиадиспетчеры из Греции, Кипра, а также Италии, Чехии и Португалии. Несмотря на то, что немецкие и часть французских диспетчеров отказались от протеста, европейское авиасообщение было частично прервано. Больше всего забастовка затронула Португалию. Аэропорт Лиссабона не смог принять 11 и отправить 14 международных рейсов. Десятки самолетов вылетели или приземлились с опозданием. Все внутренние рейсы были выполнены в соответствии с расписанием.